Инсцерация самогона. Что это такое вкратце? Вкратце это третья перегонка вкусного самогона, очищенного от голов и хвостов, для придания самогону вкусных ароматных свойств. В моем случае будет двойная мацерация. Что это такое? В наличии 9 литров яблочного сока. Акеевский 149 рублей. 3 литра вкусного самогона двойной перегонки 90 градусов. Значит, если я разбавлю 3,3 литра, получится 6 литров где-то about 45 оборотов. И 6 литров 45 оборотов еще разбавлю. И получится итого 12 литров 22,5 градуса. Где-то так. Еще добавлю немножко воды. И буду перегонять в режиме подстил. Но добавлю еще на замечательное фальшдо мелко порезанных ароматных яблочек. Итак, погнали. Итак, врубаю на полную мощность режим подстил. Вот такая простейшая конфигурация. Отбирать буду сначала первые, ну, наверное, грамм 100 покапельно головы. Они все равно должны присутствовать при любой перегонке, даже несмотря на то, что все очищено. А потом трехлитровую баночку до крепости 40 оборотов, но не в струе, а в банке, в полной. Так как у меня, по идее, должно быть около 6 литров 40-градусного пойла, то придется очень четко и тонко следить за крепкостью, чтобы в общем объеме было 40 оборотов. 100 миллилитров голов отобрал, буду тело вкусное отбирать на мощности 2000. Вот такая уверенная струйка. Итак, процесс завершен. Получилось две баночки трехлитровых, 43 оборотика и 40. А почему название ролика было «Кальвадос быстрый»? Потому что здесь на холодильнике живет бочечка 5-литровая. 15 декабря туда залит яблочный висельник, который тоже как бы кальвадос. Вот пройдет 2 месяца, этот мы сольем и зальем наш мецерат. А то, что не поместится, сделаю дегустацию в белом виде. Итак, дегустация. Напиток простоял в стекле 4 дня. Все вкусы стабилизировались, надеюсь. Надо попробовать. Да, хочу добавить этикеточка «Кальвадос». Почему «Кальвадос»? Это пока только яблочная водка. А после того, как она простоит у меня полгода в дубовой бочечке, тогда будет псевдокальвадос. Итак, органолептика. Ну, приятный такой, как бы фруктовый. Яблоко не ощущаю, но фруктовый какой-то есть аромат. Ну, самогона вообще не пахнет ни капли. На вкус.
И сегодня 23 февраля. За вас, мужики, за военных. Не дай бог, чтобы война приключилась. Нынче сурово у нас в мире. Яблочко ощущается. Очень приятная водка получалась. Закусить, конечно, тоже яблочко. Класс. Следующая дегустация после выдержки 4-месячной в дубовой бочке. Продолжение следует.